Любовь против холодного оружия. В этой борьбе победило чувство, хотя битва вышла не без потерь. В городце очень сильно подрались между собой супруги. Сидели, выпивали, но что-то пошло не так. Девушка схватилась за нож и ударила своего мужа. Вот только супруг, несмотря ни на что, даже несмотря на то, что он очнулся в больнице, на свою любимую не обижается и всячески ее защищает. Вот висок чуть-чуть, его затылок. Все нормально, уже все зажило почти. Можно швы снимать. Между нетрезвыми супругами произошел конфликт, возникший на почве ревности. В результате ссоры обвиняемая нанесла своему 27-летнему супругу несколько ножевых ранений в жизненно важные органы. Не было ножей, просто поругались, поссорились, она меня ударила тарелкой, из-за этой тарелки получилось так. Я ее оскорбил, из-за этой, ей не понравилось. С нами просто друг присутствовал. Оскорбил я ее. Приревновали. Потерпевший с повреждениями лица и шеи доставлен в больницу, где благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его удалось спасти. Кто скорую-то вызвал? Друг. Друг? А супруга? Супруга уже просто пьяненькая была. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ей предъявлено обвинение. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Сами-то как к этому относитесь? Отрицательно. Я сам виноват, я сам ее спровоцировал, она мне из-за этого и дала. Я понимаю, что я как бы все по факту идет, что ну как она судима. Ну хотя бы, я не знаю, там можно как-нибудь, может, помягче что-то отнестись к этому, ко всему. Мне вообще не нравится тоже.